Ребята, всем привет! Привет, YouTube! Привет, подписчики! Сегодня у нас намечается рыбалочка. Жду братана. Сейчас он приедет, загружаемся. И гоним. Решили ехать все-таки... Ну, я решил еще давно ехать на реку Миас. Это выход с Аргазеи, где выходит река. В том году мы там с Леней ездили, в принципе, ну, что-то с чем-то было. Поэтому все-таки, конечно, лучше поехать туда. Но сейчас по времени посмотрим, так как выезжаем поздно. Братан поздно освобождается с работы, поэтому вот раньше никак не мог. Если бы поехал один, уже бы сидел давно и рыбачил. Ну, а так, ну, в принципе, что, открыть сезон, хотя бы съездить, посмотреть, что на что клюет. В принципе, в плане на донку рыбачить, поплывок это так сяк, если на донку не будет, просто держать удочку с поплывком. Чё по рыбалке? В этом году планируется покупка еще одного спиннинга, катушки, леска, естественно. Потом, что еще обязательно? Сейчас еще заедем, садок возьму. У меня садок оставил я в том году его где-то. Лодка. Ну, с лодкой сейчас не тороплюсь, потому что до 15 июня у нас запрет, по-моему. Слушайте, с мая. Май еще не уступил. Ну, в общем, короче, за это время есть у меня время, чтобы взять лодку и с июня начать уже ходить на лодке по воде. Хочу взять под мотор. Мотор, наверное, буду электро. Потом, может быть, в конце сезона возьму, чтобы уж так пока на веслах погоняем. Так что жду братана и собираемся ехать. Так, ну что, мы приехали на реку Миас. Это возле Аргазей. Вот там Аргази. Получается, горы, Аргази, и мы вот отсюда на речке будем рыбачить. Так, Ниссанчик нас довез. Все, я взял, все беру. Брат еще и с племешом моим. Так что чай. Вот дед сидит на дырчике. Так что попробуем здесь что-нибудь половить. Вот. Короче, я говорил, что надо заснять рыбалку сегодняшнюю. Она у тебя, да, вот ее бы вообще нормально было. У меня козили, тренировка. Какой-то да. У меня рост достается. Я же снимал с нее. О, фига тут грязь. Начинается дождик, но если что, мы сейчас закинем, мы будем ждать в машине. Вот. И это, ждать рыбу. А Сереге еще собирать надо. Удочку. Да, как она, Артхау? Не, Орт. А, Шимано. Да. 240-я. У меня катана 240, 270-я, во, ну нормально. Так, и у нас сегодня что у нас? Дунаев, прикормка, коноплянные зерна, короче. Ну еще чесночная есть, так что будем пробовать. Сидим, наблюдаем. Ой, давай, тащи. Крути. Вот. О, блин, крючка-то нету. Крючок оторвало? Да. Надо получше завязать. Да, это леска рвется, Серег. Да? Да, там леску надо на удочке менять, блин. Пока улова нету. Сидим, ждем улов.
потихоньку тянет течением и останавливает. Тянет вот так вот и останавливает. Вот это делает течение. Да, минусы на течении рыбачить. Постоянно дергает удочку. Потихонечку дергает. Но когда рыба клюнет, он резко дергает. Не так медленно, как сейчас. Сидим, ждем. Так, первая маленькая рыбешка. Саша, неси садок. Садок лежит, где он? Где? Здесь садок? Да, он будет тут. А, вот он. Все, давай. Давай, садок. Много-много. Кидай его туда. Это, Саша, там веревка есть. А, ты не знаешь, в машине, знаешь? Сейчас. Надо и нам ее в воду же, чтобы она не это. Так, знаешь, как надо? Надо ее положить. Вот. Все, и пускай она здесь лежит. Чтобы она задохнулась. Нет, она будет дышать. Так, у нас поклевка вроде здесь была. Серега первую вытащил. Мелкую. Кошакам. Нажал? Да, нажал он. Короче, пока что вот только вот такая килька. Ты такую же поймался? Да. Вот. Она по чуть-чуть долбила. Вот. И... как бы вот она до сих пор хочет этого опарыша сожрать. А так как крючки у нас не под такую рыбку, поэтому поймать ее очень сложно. Вот. Но мы, конечно, обосрались даже. Мы ее, конечно, это самое, потом отпустим, если бой большую не поймаем. Так что, только такой. Малек. Блин, ну давай, ладно, ее хрен с ним отпустим, а потом большая. Давай для коллекции, потом будем их отпускать. А? Вот, ну давай, неси сюда эту, вот у тебя покрупнее. Слушай, они разные, кстати. Вот. Саш, сними здесь. Тебя, оп-оп-оп, аккуратно. Да, видишь. Ну пускай лежат, да. А потом самую мелочь отпустим, чтобы она подрастала. Так что поклевка началась, ловим дальше, но пока только мелочь. Ну, в общем, мы переехали на другое русло этой реки. Вот здесь вот внизу походили, покидали. Ну, тоже мальки, короче, и ничего более. Видимо, рыба еще большая не пришла, так как все-таки холодно. И там шлюзы на мосту, которые с водохранилища. Их открыли, говорят, недавно, и вода была, уровень маленький, сейчас уровень прибавился. Скорее всего, нету рыбы, короче. А может, просто мы поздно приехали. Ну ладно, что, собираемся, моемся. Вот. Так, взяли, короче, не стали. Ну, кошаков порадуем. Вот. Потому что все-таки... Нет, у тещи два кота. Да, два кота как раз по рыбке там. Вот. На уху, конечно, это фигня. Ну, а так пойдет. Так что... Саша доволен. Главное, Саша доволен, и все, да. Так что все, мы поехали домой. Я ни одну рыбу не поймал. Да, ну зато покидал. Да. Главное, сезон открыли рыболовный. А там уже потом поедем нормальную рыбу ловить в следующий раз. На майских праздниках. Да.